Дело труба. Вредная привычка обернется штрафом для граждан России и Украины. В пункте пропуска Домачево на белорусско-польской границе туристы пытались тайно провести 200 курительных трубок в своем автомобиле. Во время оформления на зеленом коридоре водителю и пассажиру элитного «Мерседеса» предложили пройти более тщательный досмотр. В результате в багажном отделении и была обнаружена контрабанда. Товар оценили более чем на 70 миллионов рублей. Сейчас специалисты выясняют, куда направлялся груз и почему его пытались скрыть от глаз правоохранителей. Было инициировано направить данных граждан на автомобили в бокс для проведения специального досмотра, в результате которого совместно с сотрудниками Брестской таможни в конструктивных особенностях багажного отделения транспортного средства были обнаружены курительные трубки в количестве 200 единиц. На сегодняшний день предварительная сумма оценки составила изъятого товара более 70 миллионов белорусских рублей.